Так, идет разминка перед турниром в честь Всемирного дня настольного тенниса. Состав очень серьезный. Андрюха, мы уже думали, бросил играть, а он пришел. Уже прошел слух, что ты бросил. Вот у нас самая радость, наша выдающаяся теннисистка Александра пришла. Мастер спорта, чемпион России здесь. Дебютирует у нас Даша из Шелихова. Молодец, не испугалась. Сейчас начнем. Так, молодые у нас бойцы. Молодежь. Да, представляет субботние лиги сегодня. Леня, он любит пары. Ну, кстати, Леня сказал, что все-таки Блинников продолжает играть с запрещенными шипами. Печально. Да. Факт. Печально, но и факт. Ему надо, кроме тебя, еще там избавиться от человек 5 и будет выигрывать. Гербург уже говорит, что это группа здоровья, надо от него избавляться. Ты что, инспектор, у тебя там уже бунт на корабле, надо избавляться.